Актер Михаил Ефремов, который отбывает срок в белгородской колонии за смертельное ДТП, впервые поделился со СМИ новым опытом заключенного. В интервью актер напомнил, что находится в колонии уже полгода, и успел смириться с жестким режимом дня. По его словам, ранние подъемы и распорядок были непривычны только первые 2-3 месяца заключения. Ефремов пояснил, что ранее в его жизни не было никакой системы, а здесь она строго регламентирована. «Колония – это не страшно», – считает Ефремов. Он рассказал журналистам, что трудится по 8 часов в день на швейном производстве, вставляя замки в защитные костюмы, которые шьют другие заключенные. У него много времени на чтение, ходит он и на мероприятия для заключенных. Актер признался, что не утратил надежды на то, что вынесенный ему приговор смягчат, и поделился новостью. ВК недавно сняли ограничения из-за коронавируса, после чего его навестила жена и адвокат Петр Хархарин. По словам последнего, Ефремов стал выглядеть лучше в колонии, по сравнению с тем, каким он был на суде. «Это буквально два разных человека», считает юрист. Причины тому он видит в том, что в колонии Ефремову пришлось бросить пить, сесть на диету из-за особого питания. При этом кормят там нормально, и знаменитый заключенный не сбросил вес и не осунулся,